Oriflame представляет Wellness-прокачка. День первый. 7 утра. Старт. В лагерь заселяются участники. Для каждого из них уже готовы просторные комнаты, средства по уходу, спортивная форма и персональный дневник. В нем участники должны записывать новые знания, фиксировать персональные изменения, а также ставить себе новые цели. Достижение цели – это намного важнее, чем те трудности, может быть, которые будут встречаться на твоем пути. 8 утра. Все участники в сборе. Они собираются на площадке перед домом на официальное открытие. География проекта поражает. В лагерь приехали люди из Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Молдовы и России. Участники полны ожиданий и явно предвкушают особенные дни. Все, что предлагает проект, я буду брать по максимуму. Итак, участники впервые знакомятся с тренерами проекта. Работа у нас будет очень тесная, очень плотная. Это будет командная работа. И я вас сразу призываю на это настроиться. Мы хотим, чтобы вы получили максимальный результат от этого проекта и от пребывания, да, здесь? Записывайте все, что будет происходить. Если мы даем знания вам какие-то, даем навыки, описывайте их в своих блокнотах. Но прежде чем встать на путь изменений, участникам предстоит пройти wellness-тестирование. Мария Голодковская снимает показания с весов, анализирующих состав тела. Они пригодятся ей, чтобы составить диету для каждого. Я понимаю, что это первичные замеры, и когда мы будем уезжать, это будут абсолютно другие результаты, и, конечно, я буду к этому прилагать все усилия. Встав на путь wellness-прокачки, в первую очередь проведи замеры основных показателей – вес, рост, охват бедер, талии, обеих ног, рук, голеней. Если у тебя есть доступ к весам Танита, добавь к этим измерениям количество жира, воды и мышечной массы в организме, а также индекс массы тела и свой условный биологический возраст по нынешнему состоянию организма. Следующий этап тестирования – запись на видео. Ее проводит Вадим Салманов. Каждый участник готовит импровизированную презентацию в течение минуты. Они записываются на камеру. Я Жанна. Я веду активный здоровый образ жизни. Люблю заниматься спортом. Вечером на общем просмотре участники и тренер дают фидбэк каждому, разбирают недочеты и позитивные моменты публичного выступления участников. Получили новый навык, и я думаю, что благодаря этому занятию они уже изменились в лучшую сторону. Задание первой недели. Запиши на видео презентацию на одну минуту. Посмотри это видео и проанализируй свою мимику, жесты. Подумай, над чем ты можешь поработать, чтобы улучшить свои навыки. 10 утра. Занятие дня. Комплексная тренировка мышц пресса от Елены Санжаровской. Работать над телом участники начинают с серии упражнений на все группы мышц пресса. Для данной тренировки кемперы используют фитболы, гантели и участвуют в парных упражнениях. Легли. Хоп! Встали. Выдох. Передали. Легли. Молодцы! Самое сложное – это было быть в ритме со всеми. Потому что хотелось быть частью команды, хотя я есть часть команды, хотелось как-то этого какой-то идеальности. Советы от Елены Санжаровской. Выполняя упражнения на пресс, представляй, что у тебя одна единая мышца, тянущаяся от груди до низа живота. Старайся вытягивать ее в струнку. Именно в таком случае твоя тренировка даст наибольший результат. Первую неделю своей wellness-прокачки ежедневно выполняю упражнения на пресс и мышцы кора по системе Елены Санжаровской. Открытый шаг, отжимания на мячах, парные упражнения 8 раз по 3 подхода, планка 3 подхода максимальной длины. Подробности смотри в разделе «Занятия дня» на сайте проекта. Час дня. Обед. Участники лагеря собираются за общим столом. Все 12 дней на их столе будет только здоровая пища по меню, которое составила Мария Голодковская. Оно основано на ее авторской методике, в которую идеально вписываются продукты wellness. Очень вкусно. Рацион, конечно, меню. Это все очень полезно, очень легкое. Питание разнообразное. Вот меню первого обеда Wellness Camp. Суп Natural Balance спаржа, бурый рис с белым мясом курицы на гриле, салат из свежих овощей, бездрожжевой хлеб из ржаной муки и отрубей. Порция каждого участника рассчитана индивидуально. Сразу после обеда участников ждет новое занятие. 2 часа дня. Коммуникация. Тренер Вадим Салманов. Тема занятия – тренинг хороших манер.
Вадим учит, как избежать распространенных ошибок и произвести выгодное первое впечатление. Это и манеры, это и походка, это осанка. Огромный спектр вопросов, которые появляются у человека в тот момент, когда он вас встречает. На 55% нас воспринимают по нашим жестам, мимике, артикуляции и внешнему виду. А значит, на манеры надо обратить пристальное внимание. Женщина подает руку первой. Одеваться необходимо, помня о всех табу делового стиля. Он сделает нас профессиональных ораторов. Надеюсь на это. Я верю этому человеку. Советы от Салманова. Не стоит одеваться на бизнес-встречи слишком модно или, наоборот, слишком просто. Надо выглядеть так, чтобы клиенту хотелось быть похожим на тебя. Ты должен демонстрировать ему ролевую модель поведения и внешнего вида. Задание на неделю. Следи за манерами при общении и внедряй советы Салманова в свою повседневную жизнь. 5:30. Правильное питание. Тренер Мария Голодковская. Тема занятия – правила построения здорового рациона. Мария начала с того, что запретила участникам любые диеты. Главное – это сбалансированное питание. А правильное питание – это покрыть норму необходимых макро- и микронутриентов и витаминов и минералов. То есть макро- и микронутриенты, как мы понимаем, это белки, жиры, углеводы, соответственно. Она научила кемперов правильно рассчитывать баланс элементов в привычных продуктах, например, таких как куриная грудка или котлеты. Советы от Голодковской. Следи за тем, чтобы белки, жиры и углеводы поступали в твой рацион в нужном объеме. Правильное питание – это не диета. Задание на неделю. Внимательно считай калории в своем ежедневном рационе. Не пропускай приемы пищи. Их должно быть не менее 3 основных и 2 перекусов. Старайся питаться грамотно. Дополнительные рецепты здорового питания ты найдешь на сайте проекта. Вечером участники делятся впечатлениями друг с другом и обсуждают прошедшие занятия с наставниками. Первый день wellness-кэмпа подошел к концу, и завтра участников ждут новые знания и испытания. Следи за обновлениями и прокачай себя вместе с wellness от Oriflame.